Ближайшая поставка вакцины для профилактики кори, красной хепатита в объеме 344 тысячи доз запланирована на 22 декабря, сообщает в телеграм-канале Департамента опеки. Вакцины будут незамедлительно направлены поставщиком в регионы. Следующая партия 185,5 тысяч доз запланирована на 19 января 2024 года. В целом поставки по госконтракту 2023 года в объеме еще более 2 миллионов доз будут завершены до апреля включительно. Быть особенно внимательными к газовому оборудованию и его безопасному использованию рекомендуют в телеграм-канале железнодорожного района. Доверять техническое обслуживание необходимо только сертифицированным специалистам. Напомним, с 1 сентября 2023 года по федеральному закону проводить техобслуживание газовых плит, котлов, водонагревателей и прочего газового оборудования вправе только представители газораспределительных компаний, в ведении которых находится ваш дом. Каток с натуральным самарским льдом запускается сегодня в тестовом режиме на набережной, информируют в телеграм-канале Октябрьского района. Опробовать лед фигуристы могли уже с 15.00. Официальное открытие ледовой площадки состоится 16 декабря. Кировский район Самары готовится к новогодним и рождественским праздникам. В телеграм-канале района рассказывает, что традиционно елочные комплексы ставятся в местах притяжения жителей. Сегодня рабочие завершили установку елки у ДК «Металлург» на площади Мочалова. Красавица уже подключена и радует жителей. Еще один елочный комплекс поставили у ДК поселка Зубчининовка-Луч. Подключить его планируют на следующей неделе.